Доходить до абсурда, то можно далеко пойти, согласитесь. И не согласятся. Безопасность детей на первом месте. Этот водитель уверенно пытается доказать сотрудникам ГИБДД, что из соседнего дома в детский сад ребенка можно вести без автокресла. В аналогичную ситуацию попал и этот мужчина. Правда, штрафом в 3000 рублей он уже не отделается. Машину эвакуируют на штрафстоянку. С сегодняшнего дня я лишен прав. За, наверное, за вождение в нетрезвом виде. Вы сейчас в нетрезвом виде? Вот на данный момент? Да. Нет. Утро во Фрунзенском районе Ярославля выдалось жарким. Сотрудники ГИБДД едва ли успевают отвечать на претензии родителей, остановленных за нарушение правил перевозки детей. Тамара Ветрова везла сына в детский сад и тут же попала в поле зрения дорожных инспекторов. Такому вниманию ранним утром девушка не рада. Вы снимаете так, господин ГИБДДшник, гаишник, распускает руки на женщину? Как все снимаем? Снимайте, молодцы. Нет, ничего не хочу, я скажу в другое место. В соседней машине еще нарушение. Автокресел нет, дети разместились на руках у матери. Сейчас послабление правил дорожного движения. Можно спокойно просто пристегнуть детей ремнем безопасности на заднем сидении. А вы на коленках перевозите. Вы считаете безопасным это? Товарищ Валерий? Нет. Тем более... Детское удерживающее устройство у вас на переднем сиденье установлено. Ну, я же объясняю, просто соседка попросила подвезти. Кажется, у каждого из родителей, пойманных у стен учебных заведений, в багажнике комплект отговорок. Только, как поясняют сотрудники ГИБДД, уловки взрослых не спасут у детей и самих от травм во время аварии. Статистика говорит сама за себя. На территории города Ярославля наблюдается рост детского дорожно-транспортного травматизма. За 8 месяцев зарегистрировано 55 ДТП с участием несовершеннолетних. В 50% ДТП дети являлись пассажирами транспортных средств. Но есть и среди тех, кто везет детей в школу или детский сад, и сознательные автовладельцы. Для них утро начинается с приятных нот. Здравствуйте. Как тебя зовут? Пристегиваешься? Молодец. Ты всегда соблюдаешь правила дорожного движения? Да. Какие правила знаешь? Ну, надо пристегиваться. Всем, кто не нарушает правила перевозки детей до 7 лет в автомобиле, в автокресле или используя ремни безопасности, сотрудники ГИБДД вручили памятки, а детям специальные светоотражающие наклейки. Дмитрий Жданюк, Светлана Доброхотова, Дарья Кос и Денис Ромашов. День в событиях.